Сериал создан по мотивам реальных событий. Отдельные персонажи, имена, названия, инциденты, локации и факты придуманы с драматическими целями. Любое сходство с именами, характерами или историей кого бы то ни было непреднамеренно и случайно. Всем привет, друзья! Сегодня интересный будет денечек. 5 разных адресов. Раз. Одной рукой, конечно, такое себе. Но нормально. Получилось. Смотрите, все адреса разные. Везде будет интересно. Едим и погнали. Направление, что говорят ребята. Если у нас там определенные успехи, враг бросил туда большое количество резервов, также большое количество техники, бросил артиллерии. Прилеты по городам. Донецк прилеты есть по Икс, к большому сожалению. Бьют по Горловке. Бьют каждый день. В Донецк РСЗО прилетело. Химарс. Шучу. Нам сюда. События в стране сейчас многих беспокоят. Повсюду гонят, вот-вот начнется война. Многие еще не поняли, что началась она. По телеку какой-то хуй объявил мобилизацию. Типа за родину, за нашу мы должны сражаться. Они засранцы, там не могут поделить власть. А мы за них должны от пули пасть. Призывники, срочники, по 18 лет, 30 патронов, АКМ, бронежилет. Полуголодных, застиранных до дыр в форме, призвали на войну против братьев по крови. Одних олигархов прогнали, других поставили. Янек съебался, других уйти заставили. А этот типа президент, лысый масонский шакал. Эй, Турчинов, народ тебя не выбирал. На Украине вновь кровавые рассветы. Неонациста покрестили в президенты. Забили мозг народу сладкими речами. Нас наебали, очнитесь, братья славяне. Здрасте, пропуск заказали. Не знаю, надо смотреть. Вам же заказали пропуск. Пришлось прервать съемку. Смотрите, здесь такое холодное остекление в одно стекло, алюминиевый. Створка болтается, но это еще не самый бед. Прижим только вот он внизу и вверху. Больше ни одной цапфы нигде нет. И ничего не сделать, только механизм менять.
петли эти. Здесь уплотнителя кусков нет, он здесь не предусмотрен. Тоже все продувает. Ну и каждый, смотрите, тут нет куска. Все постягивалось, и так каждый угол. Каждый угол на каждом окне. Здесь тоже нет верхнего полностью куска. Здесь в штапиках дыры. На низу вообще нет уплотнителей. Вон стекло шатается. Снаружи тоже дыры. Видите? И даже если заменить здесь уплотнитель, я вот заказчику объясняю, мы насчитали тут 106 метров уплотнителя надо заменить. Два контура. Минимум на 1000. Я говорю, ну смысл, мы это все даже если заменим, даже если механизмы сделаем, даже если петли замажем, это все равно в одно стекло холодный балкон, будет с каждого стыка штапика дуть. Это надо все промазывать. Вот щель. Это все будет дуть, даже если заменить уплотнитель, будет продувать. Короче, это говно окна. Лед здесь был, фото приложу, в этом углу был лед. Стоял. Ну и прижимы были плохие. Иду, Санек. Свистит фляга, как сказал Слава Комиссаренко. Там звук такой. Это фляга свистит или твой рот? Так, переходим на кухню. И нет смысла их делать. Я говорю, ну, будут деньги зря потраченные. Лучше подождать, накопить и заменить на пластиковый балкон. Это самый лучший выход. Смысла делать здесь вообще нет никакого. Я уже просто не один раз сталкивался с этим алюминием, даже с теплым алюминием. И алюминиевые окна — это просто шляпа. Надо ставить пластик. Все, один выход, других вариантов нет. Ну, такая история. Будет думать человек, а мы погнали дальше. Словно АМГ на Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ на Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. Я ничего не имею против любителей BMW. Но мой кортеж знает в городе, это всегда АМГ. Это как если твоя девочка хорошо готовит и всегда на стиле. А моя имеет свой ресторан, плюс она мисс России. Хороший фон дороже денег, но здесь скорее чистые факты. Твой грязный дрифт в комментариях только увеличит мне рекламные контракты. И не надо считать чужие деньги, а то ты будешь расстроен. Жалей лучше о том, что вложился в биткоин. Индустрия улыбается мне в лицо. Все, вот они, сеточки, две штучки готовы. Грузим. У меня стеклопакет еще сегодня на один адрес в Подольск поедет. В общем, грузим, едем дальше. Быстрый словно АМГ на Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ на Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. Пол ляма на руке под жопой быстрый конь. Я поднимаю пыль, я поднимаюсь вверх. Пусть хейтер в инстаграме поднимает вонь. Я поднимаю тон за своих парней. На свежей паре Максов чемпион двора. Я чувствую себя пиздатой и вам не хворать. Попутный ветер дует спину, шелестит лаве. Один из первых у Дудя, первый в игре. Жан-Мишель Боски, я ломаю формы. Новый миллион, я на пике формы. Либо суетишь, либо сидишь ровно. Формула 1, лидер пилотона. Быстрый словно АМГ на Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ на Supreme LV. Мой кортеж валит боком.
Вон, друзья, этот балкончик. Все протекает. Сейчас от заказчика видео приложу. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Во время дождя. И мы обнаружили, что течет здесь. Вот. Вот этот стык, щель. И вот так протекает. Вот докуда трещина идет. Все протекает. Это справа глухая. Слева тоже глухая. Открывается одна. У меня задача вылезти на улицу. Вот он, нащельник с ПВХ панели. Я его сейчас откручу, эти саморезы. Сниму. И там все стизом замажу, потом назад поставлю и прогерметизирую. Здесь вода скапливается, туда затекает. И все протекает. Поехали. Приготовь лавы. В твой город на грани, скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Туда посыпалось. Смотрите, какая история. Вот она, все не запенено, просто кирпичи и цемент. Это все надо замазать стизом. Здесь кирпич разрушился. Блять, как каша кирпич, представляете? Вот это прикол. Блять, каша из кирпича получилась. Офигеть. Здесь вообще какая-то стружка, птицы натаскали, что ли. Короче, это надо все очистить и замазать стизом. Фух, поехали. Все, друзья, берем стиз, вот эту сметанку, и замазываем весь этот шов. Я все почистил уже. Осталось замазать и назад насельник поставить. Поехали. Короче, все ушло. Вон капля осталась. Замазал толстым слоем. Чик. Тут красота не надо. Тут главное потолще и помощнее. Сейчас сверху насельник поставлю. Угол там тоже подмазал. И все, и больше течь он не будет. Ставим. Но кирпич меня удивил. Кирпич в глину превратил. Все, нащельник поставил обратно. Едем дальше. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. Маски словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани, скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. Маски словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани, скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. Полляма на руке, под жопой быстрый конь. Я поднимаю пыль, я поднимаюсь вверх, вверх. Пусть хейтер в инстаграме поднимает вонь, вонь. Я поднимаю тост за своих парней. Эй! На свежей паре Максов чемпион двора. Я чувствую себя пиздато и вам не хворать. Попутный ветер дует спину, шелестит лаве. Один из первых у Дудя, первый в игре. Жан-Мишель Баски, я ломаю формы. Новый миллион, я на пике формы. Либо суетишь, либо сидишь. Это мой знакомый с Ютуба. Человек уже не первый раз обращается. Здесь москитные сетки будем ставить. Я здесь уже менял года 3 назад уплотнители. Вот он серенький, мягенький, стоит и ничего с ним. Смотрите, 3 года прошло, он как новый. А вы говорите, серый уплотнитель плохой. Все, ставим сеточку. Оп, вуаля, сеточка на месте. Идем в следующую комнату ставить. Можно? Все, я там поставил уже. Посмотрите. Вот она. А, все, уже нормально, да? Да. А, все, все. Не упали, да? Не. Можно не закрывать теперь. Все, и на следующее окошко ставим. Угу. Сисия в Китае. По-китайски говорит Сисия. Спасибо. Все, и вторая сетка готова. Так, саморезы забыл. Все. А как, пожалуйста? Пожалуйста, чего?
Чья? Чин. Чин? Да. Чин. Да. Будем знать. Все, собираемся, прям дальше. Чиназес. Саутрен Санчи, Комцемон и Урда Санчинас. Чиназ? Какую машину себе взял бы? Мерса, блядь. Какого? И шо стану? И шо? Если бы тёлок драховый, ну. Вы что, на гелике теперь? На гелике теперь, Санчи! А Томаша можешь покануть? Томаша сюда, чина! Спасибо. Пожалуйста. Все, друзья, поставил я сеточки. Окна не откидные, поворотные. Поставил две гребенки, чтобы окно не хлопало. Едем на четвертый адрес. Это у нас будет цирюльник рядом с моим домом. Там надо что-то окна на балконе провидали снять на лето. Дверь сделать, окно сделать. А потом в Подольск стеклопакет ставить. Короче, что, надо по пути подкрепиться уже. Бак пустой. Алиса, шаверма! Алиса, шаверма! Давай такую на 5 звезд сделай мне. Что-то 4,2 звезд, ну что это такое? Шляпа, а не шо. 4 у Сан Саныча. А что у нас у Сан Саныча? Шашлык, шаурма, значит будет нормально через него. Ага, погнали. Едем до Сан Саныча за шаурмой. Все, переключаю на нормальную камеру. Жан-Мишель Боски, я ломаю формы. Новый миллион, я на пике формы. Либо суетишь, либо сидишь ровно. Формула 1, лидер пилетона. Быстрый, словно АМГ. На Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь флабе. В твой город на грани, скоро наша ОБГ. Быстрый, словно АМГ. На Supreme LV. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь флабе. В твой город на грани, скоро наша ОБГ. Быстрый, словно АМГ. Очень быстрый. Слишком быстрый. Пирожки какие. Нормально, порядочно, он все овощи закрываются, чтоб не обветривались. Мне острую, брат, сделай с халапеньо. И морковки побольше. А у меня YouTube канал есть все для ролика, для разнообразия. Ну тут ничего такого нет. Я не проверка, не переживайте. Я даже не переживаю. У вас классно. Спросить надо. Мне нравится. Пирожки, смотри, какие кони. 60 рублей конь. Ничего себе, гляньте, моя рука как две ладошки. Короче, ждем шаурму и едем дальше. Разговорился с хозяином, он говорит, это не только закрытые вот эти овощи, это еще и холодильник. Оно, короче, холодит. Представляете? У меня уже готов. Ага. Спасибо вам. Я вот взял переводом, да? Шаурма огонь, вкусная. Сначала что снимаешь, а потом я их подписал двоих на YouTube. Ладно, едем дальше. А, смотрите, мне сертификат, который выдали. Ходили мы с оконным мастером Саней с Нижнего Новгорода на вот эту зигению, механизмы для окон и дверей. Сейчас фото вставлю. Ладно, едем дальше. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Тем, кто дружен, не страшны тревоги. Нам любые дороги дороги. Нам любые дороги дороги. Мы с
твое призвание не забудем. Смех и радость мы приносим людям. Нам дворцов заманчивые своды не заменят никогда свободы. Не заменят никогда свободы. Наш ковер цветочная поляна, наши стены сосны и ликаны, наша крыша небо голубое, наше счастье жить такой судьбою, наше счастье жить такой судьбою. Моя парикмахерская, где я стригусь постоянно. Короче, это окошко плохо открывается. Все продувает. Вон она черная, видите? Чернота. Так, это ладно. Здесь дверь. Ручка отломана. Заменим. Низ упирается. Петля отломана. Видите? Видите? Здесь нужно стоят по два кондиционера, и когда открываешь, им воздух плохо поступает. Здесь то же самое. Сейчас створки сниму, поставлю их на пол, и они до зимы будут стоять с открытыми. Короче, вот такая вот работа. Приступаем. Начинаю снимать створки. Снял дверь, петлю закрепил. Все, теперь мощно держится. Здесь поставил по дереву длинный вот такой саморез. Здесь дополнительный поставил, и тут тоже длинный родной. В общем, ставлю назад, регулирую ее. В общем, готово. Все. Петля на месте, подрегулировал. Теперь дверка свободно закрывается, вот, ничего не цепляет. Ручка новая. Свободно закрыл. Не надо ничего выламывать девочкам и напрягаться. Створки снял. Обе. Кондиционеры теперь дышат. Створки вон они стоят в углу до зимы. Все, в общем, я погнал стеклопакет в Подольск ставить. А здесь хватит, потому что хозяйка трубку не берет. Че я буду уплотнители менять? Скажет, зачем ты менял, не согласовал. Странно, я приехал, говорю. Все, я приехал, сейчас посмотрю, что делать, наберу, скажу, сколько по деньгам. Она говорит, хорошо, звоню, недоступно. Мы поехали плясать, все такси у кафе. Даже выпить не успела, как будто под шафе. Говорила, не влюблюсь, больше всем назло. Но ты только появился, и меня повело. И меня повело. Ну, в общем, я сделал, теперь пользоваться можно. Едем дальше. Фух. Алло, это Баня? Нет, это его брат Володя. Мечта. Поставить обогреватель в морозилку, включить его и посмотреть, кто кого. Он и она были такие худые и костлявые, что они не трахались, а стукались. Кто такое учебный план? Это обычный табак. У меня украли паспорт. В милиции был? Был. Не они.
Папочка, а почему у меня никогда не выпадает день рождения на пятницу 13-е? Да потому что ты родился 24 июня, идиот. Ты со мной переспишь за 50 тысяч долларов? Да. А за 100 рублей? Ты за кого меня принимаешь? За кого я тебя принимаю, мы уже разобрались. Вопрос только в цене. Это тебе не шубу в трусы заправлять. В каранде гранд, брат. С одной головы вся седина, весь пух и прах. Все с одного ребра и одна сатана. А в глаза бела пелена, до сорта пена бела брыжет. Кипит буйна голова, да моя яма глубже рва. Два надреза по три шва, сочетает расправа. Здесь в синей форме арава и железные оковы. Одесса? Мамой. Одесса, мама. У всех с Украины родственники в Москве. С Москвы у всех в Украине где-то есть. А что теперь делать? Что? Я и так много чего потеряла в этой жизни. В смысле? А стул есть? Дадите стул. Конечно, конечно, сыночек. Вот он. Ну просто, может быть, он не совсем удобный. Нормально. Давай залазь, а потом займи. Шурма. Проваливай. Это будет не такой тяжелый. Ага, 97. Ничего себе, даже тяжелее, чем я. Ну так, да. Ну, зато симпатично. Надеюсь, что жизнь у тебя тоже все четко. Дай бог, чтобы так было. Как говорится, делай нормально, а нормально будет. Дай бог, сыночка. Дети чудят, наверное, ваши. Нормально, просто так получилось. А, у внука возраст такой, да? 24 года. Не может остановиться, да? Да не знаю, приехал в гости, короче, не обнаружил, поэтому. Так и стекло же он раздвинул. Конечно. Денис, ну он же наш ребенок. А? Он же наш ребенок. Ну понятно, я же, что? Я сам был в таком возрасте, я знаю. Что это такое? Сам лет в 30 только остепенился. О, боже. Я чудил тоже нормально. Ну все. Так что это такое временное явление. Все готово. Сейчас чуть-чуть подрегулирую. Да, если не посадят и не убьют, значит нормально все будет. Я на это очень надеюсь. Откуда вот эта штучка? Со стула? А, вот. А, да, да, да. Все, друзья, готово стекло. Теперь новенькое. Все замечательно, как я и обещал. Все, сейчас немножко подрегулирую, чтобы не терло, и все. Говорю, супермастер и суперфирма, что так быстро отреагировали. Спасибо вам большое. Это самый лучший комплимент нашей работе. Спасибо. Вот такие вот дела. Супермастер и суперфирма у нас. Так что ставим лайк и подписываемся на канал, друзья. Пятый адрес на сегодня хватит. Все, отдыхать домой. Вон пот течет по бороде. Это 5 адресов в день. Это благодаря тому, что... Вы вообще исключительно работаете в этом плане. Дай бог вам здоровья. Пробок нет, 5 адресов сегодня сделал. Спасибо. Спасибо, и вам тоже. Ирину мы не дождались, да? А наберите, узнайте, придет она, успеет. Все, друзья, вот такие вот дела. Все хорошо. Все в деревне хорошо. В деревне все нормально. Все хорошо, все в деревне хорошо. Все хорошо, все в деревне хорошо. Все хорошо, все в деревне хорошо. В деревне все нормально, в деревне хорошо. Хорошо в деревне летом, пристает ко мне с киблетом. Если ты в поселке этом, пару дней живешь при этом, хорошо. У вас там такая авария большая. Прям
разбилась машина серьезно, аж скорая, полиция. А там, где вывеска Львовский. Вот тут вот прямо? Да, возле заправки. Он сам не в кого-то, а вылетел, походу, перевернулся и на колеса встал, потому что машина вся побита. Все подрегулировал. Отлично. До новых встреч, друзья!